нашій студії сьогодні завітала професійний інструктор з пілатесу Юлія Жданюк. Вітаємо вас! Вітаємо, бодрого ранку! Тож сьогодні, до Всесвітнього дня серця, в першу чергу хотілося б розібратися про наш серцевий м'яз, яку функцію він виконує і наскільки він важливий під час того, як ми обираємо для себе якісь навантаження. Да, хороший вопрос, спасибо. Дело в том, что сердце – это наш моторчик, это мышца, которая работает от нашего рождения и до нашей смерти, не останавливаясь, дай бог, это так и будет. Наше отношение к сердцу, как правило, потребительское, мы мало что о нем знаем, и вообще что-то такое где-то с левой стороны стучит, 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 хорошо. Очень много зависит от того, как живет наше сердце, качество нашей жизни, в том числе, от того, как мы питаемся, что мы едим, что мы пьем, это 100%. В сегодняшнем контексте физической нагрузки о сердце, что можно сказать? Дело в том, что мы ведем, ну, не мы с вами, но большая часть людей, достаточно пассивный образ жизни. И если человек сидит целый день в офисе за компьютером, потом срывается, идет на тренировку, хватает штангу, делает 25 отжиманий, прыжков, вы понимаете, что для сердца это неадекватная нагрузка, к которому оно просто может быть не готово. Це стрес. Это, ну, это хуже, чем стресс. Сердце очень изнашивается из-за того, что оно не имеет паузы, невозможности отдохнуть. Хорошая новость в том, что сердце состоит все-таки из клеток, клетки нашего организма обновляются. Ну, примерно 3-5 лет у нас каждые 3-5 лет новое сердце. Абсолютно, ни одной клеточки не остается. Поэтому сегодня вы можете заложить тот фундамент в ваше здоровое, мощное, такое красивое сердце, которая будет через 3-5 лет, вы будете так же молоды, так же красивы. Просто подумать о том, о вашем режиме, о питании и воде, о витаминах, о минералах. К сожалению, ни один вид спорта, ни одна волшебная таблетка не заменит вот этих базовых основ. Чи є якісь специфічні навантаження, які, можливо, необхідно дозувати і враховувати серцеве навантаження? Конечно, как ко всему нужно относиться, ну, как минимум, внимательно. Сердце – это постоянно действующая мышца. Поэтому, в принципе, очень хорошо, когда мы ходим, когда мы умеренным ритмом бегаем, но бегать тоже нужно уметь. То есть физическая активность очень хорошо сказывается на деятельности сердца. Вот. Но нужно понимать, что это не должно быть никаких резких перепадов. Мы никогда не уверены в том, что в нашем организме происходит. Мы не знаем качество нашей крови. Поэтому просто самому себе назначать какой-то такой рывковый курс тренировок, потому что я хочу красивую там что-нибудь. Это очень, ну, легкомысленно, я бы так сказала. Хотя, конечно, каждый хозяин своему телу абсолютно. Помните о том, что сердце – это мотор, благодаря которому мы живем, и который, в общем-то, насосом качает нашу кровь. Он может, функция сердца, вытолкнуть кровь вниз по кругу. Вверх кровь поднимается только благодаря следующей порции крови, которая толкается сердцем и функции мышц ног, например, потому что венки не имеют мышц, которые будут выталкивать, качать кровь обратно. Поэтому как минимум какая-то умеренная активная деятельность должна быть физическая. Дыхание очень сильно влияет, поскольку это в первую очередь большая диафрагма, которая тоже как насосом так чук-чук выталкивает кровь вверх. Поэтому если человек дышит очень быстро, прерывисто, и все время это входит в привычку, такому человеку тоже очень сложно иметь здоровое сердце, потому что условия предоставлены очень такие жесткие для работы нашего моторчика. Зараз дуже популярним серед людей, які хочуть займатися спортом, таке поняття як кардіотренування. Всі кажуть, я обираю для себе кардіо, але мало хто знає, що це таке і як правильно його використовувати для себе. Дело в том, что сейчас на волне популяризации фитнеса это, с одной стороны, очень здорово, здоровый образ жизни, но появилось такое понятие, оно уже вошло в медицинский обиход, как спортивное сердце. При больших нагрузках просто сердечные камеры вынуждены выталкивать больше или быстрее объем, поэтому мышечная масса растет опять же больше, поэтому утолщаются стенки сосу, вернее, стенки камер самого сердца, становится оно больше по объему, если это большие кардионагрузки, то есть больше сами камеры, само больше сердца, толще стенки, заменяется иногда мышечная ткань, там, фиброзно-соединительный.
К этому есть много предпосылок, есть люди просто расположены к этому, но в принципе сейчас уже доказано, что большие спортивные нагрузки, люди, которые занимаются очень активными видами спорта, они в большой группе риска по сердечным заболеваниям. Достаточно вспомнить известных людей-спортсменов, которые умерли в один момент, просто стало сердце. Поэтому будьте осторожны, просто как минимум нужно знать свою кардиограмму, нужно знать свой состав крови, потому что это необходимые вещи, без которых нельзя. До вашої студії пілатесу, як часто люди звертаються з проханням, що вони хочуть отримати кардіотренування, кардіонавантаження? Ну, сама система пілатес, вона все-таки не имеет цели там только кардионагрузка похудеть. У нас очень умеренные нагрузки, это все дозируется, это все очень гармонично. Кстати, нашей студии в этом году 4 года, я вас всех приглашаю к нам в гости. 7 октября мы празднуем наше день рождения, хотя день рождения было 1-го. Вот. Сам метод пилатеса не подразумевает только кардионагрузки с вычислением частоты пульса, удержанием это в каком-то рубеже. Это более мирное, что ли, направление, которая, в принципе, мотивирует нас быть здоровыми в повседневной жизни и пользоваться своим телом комфортно, не испытывать боли, не испытывать каких-то дисфункций просто в повседневной жизни. Хочемо привітати вашу студію з вашим четвертим ювілеєм, четвертим днем народження. За 4 роки дуже часто до вас зверталися люди із проханням змінити своє тіло, змінити, можливо, себе. Які взагалі у них причини, що вони від вас бажають? Змінити своє тіло для того, щоб виглядати гарно, чи для того, щоб виглядати і бути здоровим? Вы знаете, конечно же, для женщин все-таки выглядеть красиво – это одна из самых больших мотиваций. Мне очень приятно, что у нас есть такой бонус, и действительно наши люди, которые занимаются пилатесом, они становятся более гибкими, более стройными, более красивыми, более очерченными мышцами, но и более здоровыми, потому что движения все очень физиологичны, нет движений, которые мы бы не делали в жизни. Вот, есть вообще очень интересные результаты, но мы хотим со временем сделать подборку, если люди будут готовы сделать вот просто от них мнение, что изменилось, потому что люди приходили с какими-то травмами после каких-то ситуаций, и занимаясь, как к чему это их привело, к более качественной жизни, к комфорту в теле. Поэтому, конечно, все мы хотим быть красивыми, но вы знаете, мою точку зрения, для меня главное быть здоровым, активным, жизнерадостным, и такой человек не может быть некрасивым, я так считаю. А вот до 4-го ювілею щось підготувала, якісь святкування? Да, спасибо, конечно. У нас будет не только праздник с фуршетом, с фотосессиями, с презентациями оборудования, у нас еще будут подарки. Так что, значит, подарки будут хорошие, интересные. У нас будет возможность где-то абонементы, специальный инвентарь для тренировок пилатес. У нас есть возможность, у вас есть возможность присоединиться сейчас на сайте. У нас есть в Фейсбуке страничка. Там происходит тоже для конкурса, нужно зарегистрироваться и так далее. Вы можете посмотреть. Или непосредственно прийти к нам на наш праздник, и мы тоже разыграем там очень интересные подарки. Можно будет узнать больше о методе пилатес, как минимум. Для себя выяснить, что это. Що ж, я думаю, це цікава подія, на яку варто звернути увагу. Ще раз приєднуємось до привітань і наостанок до Дня серця, напередодні вашого дня народження. Від вас, Юлечка, як від професійного інструктора, від людини, яка за здоровий спосіб життя, хотілося б почути декілька порад, кому ви радите займатися спортом. Тому що дехто вважає, що маючи якісь проблеми зі здоров'ям, спортивні навантаження – це не для них. Хотілося б розвінчати цей міф і сказати, кому можна займатися не профессиональным, а оздоровчим спортом, и что он дает нам? Спасибо, хороший вопрос. Действительно, повторюсь, каждый, наверное, эфир я об этом говорю, что движение – это жизнь. Самое худшее, что мы можем сделать для нашего тела – это лечь, обложиться подушками и сказать, что все, мне плохо. Для любого случая, для любой какой-то ситуации можно найти умеренный объем нагрузок, но двигаться мы должны. Вот эта вся машинка, наше тело создано для движения, для того, чтобы мы могли двигаться, творить и как-то что-то еще. Если этот механизм будет мешать нам думать о чем-то еще, то мы всю жизнь будем лежать на диване и так далее. Поэтому не поддавайтесь на провокации, движение, еще раз движение. Каждому свое, со временем меняя уровень. Но движение, жизнь прекрасна, двигаемся, друзья. Дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до нас завітала професійний інструктор з пілатесу Юлія Жданюк.